Привет еще всем, друзья, с вами Тиранит и Этис, и мы продолжаем играть в Майнкрафт... Ой, майнинг, да? Майнинг? Да, нет. Майнинг. Что, нет? Да. Не-не-не, Майнкрафт... Босса скинул! Босса? Йо? Ну, того, здорового. Надо, короче, будет вниз потом спуститься. А, мы продолжаем играть в Пираты Карибского моря. Сейчас. Кого? Нет, нет! Твою же мать. Что, ты умер? Да, скинул меня, зараза. А-ла-ла, а-ла-ла. А-за-за, а-за-за. Тирани. Так, ща, ты поехали. Что, ничего такого интересного не попадало. Да тут так. Наверху ничего уже нету. Да. А? Точно, вообще там ничего нету, никакого ни сундука, ничего. Да, о, это опять взорвалось-то. О, опять пукан бомбануло. Может, это у наших зрителей бомбит из-за того, что мы играем в эту сборочку. Потому что у меня некоторых подписчиков бомбануло. А что это за... Ух, это... А что это за цель такая интересная? Ты что, там что-то вырыл? Ух, да. Шоколад? Охренеть. Чего? Я тоже хочу посмотреть, что там. Падай. Ну, как бы тут немного всего, но есть какие-то... Гарпун! Ой, посох ветра, там у тебя уже не есть, я думаю, мне можно взять. Да-да-да. Гарпун. Так. Давай я возьму тоже гарпун. А что, больше нету тут сундуков, нет? Да, не знаю, давай сейчас посмотрим. Тут блоки всякие. Хм, прикольно. Чего там, ничего больше нету? Не, походу нифига. Хм, прикольно, прикольно. Так, ну что, куда идем? Сейчас выбраться надо отсюда. Я хочу вообще посмотреть, что это за посох ветра для начала. Что это такое? Да он стреляет таким небольшим. Да ты меня подвинул? О! Что это? Это ты или я, или оно само? Олем, посмотри наверх. У тебя босс там не показан наверху? Мне только что босс показывал. Что со мной вообще происходит? А где ты? Я вниз упал, какого-то фига, я не знаю, меня что-то двигает. Да нет, это не я, кстати, молнией бомбанул, если честно. Ну вот смотри, правая кнопка опять нажимаем, смотри. О, нет, я! А ну-ка еще раз. Да, я. Да. А самое главное, знаешь, что это. А че меня так колбасит? Что со мной происходит? Вот посмотри. Смотри, я стою на месте, но оно что-то как-то меня колбасит. А, нет, я не хочу никуда впадать, что оно куда меня тащит? Меня невидимый человек куда-то тащит, я боюсь. А что за гарпун? А, вот он стреляет. Ага. Ну это вроде притягивается. А, он притягивается, да, прикольно. Окей. Так, ладно, поесть надо. Эй, а как гарпун-то цепить-то? А, всё, понял. Там, получается, стреляешь, потом правой кнопкой нажимаешь, и он цепляется. Чё, пошли ты ещё на тот остров, что там на том острове? А, надо вниз еще спуститься, там добить же боссов этих. Ага. Ну это так, вроде аккуратно. Такой же остров, как я понял. С пиратами. Ну, классно, мы убьём ещё пиратов. Так, надо в воду прыгнуть где-то. Давай. Дернимо! Бульк! А если в лодку попадешь, то ты умер бы? Не знаю. Вот это интересно, кстати. О, я нашел этого одного пирата. Так, иди сюда, сюда, иди. Так, иду. Воу, зелень, не пей, парень. А человек понять не мог, почему у него вверху написано какое-то. А! А что это как-то? У тебя ХП показывается сверху их? Да. У меня тоже, кстати, показывается. Странно что-то, да? До этого не показывалось, типа как будто боссы. О, да. Смотри, чувачина на лодке плавает. Я вас всех убью! Как бы он нам говорит. Пират-ниндзя? Нифига себе название. Да ладно, я так понял, короче, надо отсюда валить. Я так тоже думаю. И там убивать. В принципе, да, убирать оттуда с поста этого главного пирата. Вообще, блин, жалко, что нельзя захватить из всех пиратскую бухту и просто, типа, ее свои, ну, сделать так, чтобы они нам подчинялись. Да, было бы прикольно. Да. Все, теперь вы нам подчиняетесь. Идем. Так, валим на соседний остров. Да, естественно. Так, мне еда надо. А. Че, где у меня еда? А, вот, все, нашел. Фу, блин, как я же устал с этим всем. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Так. А может какой-то другой сейчас найдем, данж. Ну, сейчас с этим разберемся. Надо освободить. Эти все острова от короля пиратов, потому что он наводит страх на людей. Для меня это первостепенная задача, все дела. Так. Ты все, чё, отлично. Что-то выпало, нет? Походу нет. Не знаю. Но редко что-то как-то выпадает. Так, а ну давай, выше. О, дверка. Что у нас тут? А вот это офигенно, что вот этот посох не ломается. Как бы перезаряжать. Давай по стелсу, давай сюда, давай. Куда? Давай по стелсу. Опять ты хочешь его удивить? Да. Так, а ну-ка. У. А он сам упал. Опа! Такой, что такое? Ты на кого револьвер? Не, не, не.
Зелья нет, зелья нет. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. О, подкрепление пришло, подкрепление! О, нет, алярм, алярм, тревога. Блин, не так, скидывай, просто скидывай. Я их убиваю. Все, нормально, отлично. Да? Весну пошел туда. Все, упал. Да, еды, конечно, не то, что не хватает, а просто... Да не знаю, она просто очень быстро тратится, меня это слегка заедает и бесит. Ну, а то ты выше пошел, да, я так понял? Да. Ну, на сложность, в принципе, нормальная, я думаю, может уменьшить. Да что, нормальная сложность, мне нравится. То, что еда так тратится, что... Иди сюда, зелье, я сейчас выпью зелье, слышь ты. А, тебя убили? Да. Ща. Ха-ха, лузер. Давай, давай, пей. Да. Да, вот это этот парень. Да, лузер. Этот пират, парень тебя... Так, что-то выпало, нет, не выпало. Всё, мы обратно у пирата главного. Давай. Сейчас... Понять не могу, откуда вот эта вот всё-таки байда появилась сверху. А, он понял, я он типа этот ТП-шается и просто оставляет своего клона. Так, надо клона просто убивать. Воу, у меня полсердечка осталось. Вен. Сзади обычно он появляется. Где? Где? Да. Стоп. Ты главный? Нет, не ты главный. А, вот и наш. Я нашел его, давай, бей его. А ты зачаровал тоже, что ли, свой меч? Или ты. Не, я нашел еще один. А, да. Ну нормально, в принципе. Так, надо так вот убивать его аккуратно. Так. Стоп. Ух, сейчас он меня. Сейчас я покушаю. Знаю, друзья, у нас, кстати, где-то еще есть этот вулкан. Да. Нам нужно вулкан найти. Он еще, кстати, невидимым становится, прикинь. Угу. Да хватит зелья пить, я тебе попью сейчас зелье. Все, убили. Да. Кстати, что-то дагер выпил, да, его? Угу. И все, 8 толком нифига. О, кинжал пирата, я хочу с этим кинжалом теперь побегать. Так, харес, сколько вас тут? Да, блин, еда, вот если бы еды было бы побольше бы. Да. Было хорошо, так. Мы там ниже еще не спустились, там же сокровищница их не было. Там можно еще посмотреть на корабле, в принципе, там тоже их сокровищница. Ну что, так идем вниз, да? Нет, зачем мы сюда пошли? Я пойду наверх, да там же еще вот эти. О, смотри, там вдалеке, видишь? Иди сюда. Иди. Вернись ко мне. Угу. Вернись. Смотри, вон видишь, вдалеке там какое-то здание маленькое рядом с башней. А где ты опять пропал-то? Ё-моё, я же сказал, подойди ко мне. Где? Ну вон, видишь, башня там вдалеке, да я добью его. Чё, какой-то такер вообще никакой. Фиг его знает. Обратно на себе мой большой меч. Ну вон же, смотри. Какую вон сторону? Башня? Вон башня. И рядом с ней какая-то маленькая башня. Ага, что-то есть. Вот не знаешь, что это за башня маленькая? Не знаю, вообще давай туда пойдем. Не, подожди, стой, надо ниже спуститься, там по сокровищницам полазить, посмотреть, может там еда хотя бы осталась. Ага, ну давай, спускайся, я сейчас. У меня еды вообще практически нету. Ну да. Так, сейчас. Еще на корабль нужно зайти. Точно. Обмутать их не корабль, то что вдруг там что-то такое вкусненькое есть. Так, тут у нас пшеница, нет, пшеница и железное место тоже не то. Тут тоже не то. А тут хрень. О, зелье. У меня уже целых 20 зелий. О, и да. Так, я иду, наверное, на корабль. Да, спускаемся на корабль. Да, харе уже стреляй. И вот вы неугомонные, что же вы так все время пытаетесь нас застрелить? Когда вы уже поймете, что вы никогда нас не застрелите? О, повылазили, блин. Жесть. А там, кстати, не было... О, смотри, здоровым мечом вылез. Это не было этого терминаторского... Кого? Глаза, который у меня? А, нет, не было. Блин, мне так нравится этот мой глаз. О, вот. еда, если нужно, не бери. О, это их столовая. Да, походу. Да, понятно, где они теперь бухают. Да, еда мне, естественно, нужна, так. Фу, еда тут просто нереально тратится. Так, вот это выложить, вот это забрать. Так. Все, я все позабирал, то, что мне нужно было. Идем. Пошли. Так, лагерь пирата, это можно выкинуть, в принципе, да. Нафиг. Так, идем ниже. О, в принципе, с этим даггером ты еще быстрее бегаешь. А у тебя тоже есть, по-моему, даггер, да, его? Угу. Возьми его, он довольно, кстати, нормальный этот даггер, если честно. А, меня тут зажали, они хотят со мной надругаться! Нет, не позволим надругаться, у меня слишком маленький, ты слишком большой. Все, убили. Меч, я имею в виду меч слишком большой, слишком маленький, если кто не... Друзья, так, что у нас... Опа, смотри, они там что-то бухают. Опа, заметили нас, походу. Нет, пошёлся. Так, значит, три. Раз, два, три. Это пират! Рожи!
Я вообще сейчас нифига не понимаю, что происходит. Бьюху, да нормально! Ой, тут так огромное количество, если честно. Просто большая, большая толпа! Большая толпа! Меня убили, прикинь. Ух, и меня тоже. Блин, надо было там метку поставить. Да я могу туда напрыгнуться. Ты тоже можешь, на последнюю точку. А, ну да, ну да. Даже не так. Маркер, Дес, телепортироваться. Опа, привет, что, не ждали? Да, я умею телепортироваться. А, сейчас мне еще чуть-чуть подлагает. Все, на. Это меня еще подлагивает. На. Сейчас не отлагает. Блин, какой-то стыкнул. Некоторые, кстати, из них такие увеличенные. Ай, отлагало. Все, наконец-то, ура. Ура. Фу. Когда телепортируюсь, меня слегка подлагивает, и меня это слегка бесит. Сколько их тут? О, можно на корабль пробраться уже. Давай. Опа, я на корабле. Ага. Так, опа! Нас тут уже поджидают. Ага, не ждали, а хотя по нему... Опять взрыв какой-то. Ай, я вниз упал. Нет! Чего вы все вниз за мной попадали, сволочи? Пошли вон отсюда. Да сколько их там? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ах, жопошники, они меня просто зажали в углу. Просто зажали. Как они надоели. Так, маркер. Телепортировался. Убили. Да капут. Их там просто нереальное количество. Да. Ай, меня подлагивает опять. Ладно, что меня так подлагивает, а? Вечно, когда телепортируюсь. Фиг я знаю. Так, вот, на, текушечка. Так, все, я сюда застал. А, я завис, блин. Завис? Мать, под дом телепортироваться. Эй! Чё? Так, ну нажми на паузу. Все, друзья, меня отлагало наконец-то. Так вот, мне не понять, у меня что-то позависло. А, подожди, может мне этот дает скутер ночное зрение, ему понять? Ну-ка. Да, он мне ночное зрение дает, прикинь. Нифига себе. Я думаю, что у меня все время ночное зрение? А оказывается, это мне эта фигнюшка дает ночное зрение. Жесть. Круто. Слушай, тебе надо такие же очки. Да. Либо круче. Надо бы, короче, тебе что-то тоже подыскать. Как же здесь нет магазина? Да блин, ребят, мы до сих пор не разобрались с этими всеми модами. Снимаем сейчас подряд, я надеюсь, что вы нам просто серии там написали, что куда, зачем и почему. А если не написали, то напишите в этой серии, что вот это тут все тут взять. Ё-моё, тут такие мечи, лунасвет какой-то, земледробитель, прикинь. Меч ветра, утренний си. А меч ветра, как его сделать, этот меч ветра? Ага, тут не написано даже, как его сделать, прикинь. Фу, ну что, давай, наверное, сюда выбираемся. А, это, наверное, все надо было выбивать. Ну да, выбираемся. Ты там все обутал, да? Угу. Давай, бежим туда. Да, пойдем посмотрим, что там за маленькая такая вот эта фигнюшка. Мне просто вот интересно, что она такое. Ох, сколько их сплавает, а. Да. И сюда, у меня. О, смотри, там какая-то еще подводная фигнюшка, видишь? Ага. Или тут туннельчик просто, который ведет в разные данжи. Да хорами отравить. О, у нас же лодки есть, кстати. Так, лодка. Ай. Опа. На тебе лодку тоже. Не знаю, я ее положил. Поставил, да? Да. Давай. Вот, реально, тут что-то есть. Метеорит! Метеорит упал. Че? Где? Вот тут. Да тебе только что упал? Нет, ну как бы его осколки я тут вижу. Е. Да, или беги ко мне, или ты пахайся. Стой! Ой. Ого! Ого! Залагало, как я понял, возле этого метеорита. Сейчас я обновлю нечанки про оружие. У меня все залагало. Да, все залагало? Да. Давай на паузу нажмем. Давай. Рит, как вы видите. Тут его обломки, сейчас надо подобрать, посмотреть, что его из них можно сделать. Ну, только вот эти можно подбирать, которые светятся. А эти нельзя? А, они, да, пропадают. А которые светилось, ты взял? Во, это что меня подожгло? Что они тебя поджигают? Похоже. Что, не выпадает? Выпадает. Осколки метеорита. Да. Ща, давай, пособираем. А что-то с ним нужно делать, по-моему. Да, там всякие... А как, слушай, не знаешь, как открыть вот это достижение? Не знаю, сейчас не знаю. Жалко. Жалко. Опа! Давай, поднимай. Тут реально есть такой данж какой-то. Где? Ну вот тут, вот башня какая-то. Под водой? Не, вот там башня. Вот там маленькая, ты имеешь в виду? Ага. Ну там. Сейчас, подожди. Что за красные штуки? Может это красные штуки это?
А может это монстры какие-то хрен знает. Ну вот с этих не выпадать, как я понял. А может на факел катания надо? Наверное. Ну вот с этих выпадает. Иногда. С каких? Черных? Не с черных, а... То есть тех у меня... А, вот черных тоже выпадает, кстати. Выпадает? Да, у меня только что вот выпало. Ну то есть, наверное, не всегда выпадает. Да-да-да, выпадает. Шанс какой-то там, наверное, есть. Ну-ка, сейчас проверим. Так. О, вот что тут колбасит вечно всякие звуки. Вот это, метеориты падают всегда. Да, вот они попадали, красавцы наши. Жалко, я хотел бы серьезно увидеть, как они падают сами. Да, прикольно было. Ну тут, в принципе, можно сделать такой, как он там называется... Нет, не надо нам апокалипсис, не надо. Не-не-не-не, компас. Он будет предсказывать, где будут падать метеориты, как я понял. Есть такое. Блин, я посмотрел бы с удовольствием, где он падает. Ща, я посмотрю, как его можно сделать, если он, конечно... Может, у нас метеоритив как-то крафтится? Так, кстати, надо посмотреть, что вообще с ним крафтится. О, тут есть метеор краш детектор. О, тут броню можно сделать из метеорита, ё-моё. Да. Ну тут, короче, как я понял, всякие штуки... Сейчас я еще раз посмотрю. Топоры разные. А где вот эти... Лопата, меч. Меч 8, фига себе, ну 8. Ну вот с этих шмотки метеоритные, их как бы притягивает вещи, которые на земле. Метеор щит. Ага. Сейчас тоже себе, наверное, набью пару штучек. Protect Land Tester, что это за Protect Land Tester, не знаю. Я знаю. Метеор таймер, что это за метеоры таймеры? А, вот, метеор просто детектор, да? Вот это, наверное, только я не знаю, где вот эти штуки достать. Метеор суммонер, это призывает метеор, что ли? Да. Жесть. Призывать метеорит. Лол. Это было бы, наверное, прикольно. Кити Комет суммонер? Призывает кошечек, что ли? Да. Так, а что это? Эй, что за фигня, я не понял. Что там? Я хочу посмотреть, что из этих палок делается. Зачем эти вообще палки? А как вообще вот этот детектор сделать? Фризорит кристалл? Я не знаю, какие-то кристаллы. Нет, подожди. Этот метеорит прокси детектор, этот надо красная пыль нам еще, и все. Ага. Ну да, да. Одна маленькая красная пыль. Но я хочу попробовать себе броню сделать метеорит. Тут написано, детектирует как бы следующий приближающий метеорит. Да, показывает. А вот эти остальные, это там через какое время он прибудет и... О, да тут столько залежей этого метеорита, ё-моё. Ух ты, нихрена себе. Смотри, видишь? Да-да. А, блин, зачем ты воду выкопал? Случайно. Так, ну блин, я так... Слушай, может кирку надо сделать этот метеоритный, может она будет лучше копать? Возможно. Так, как... Наш делается обыкновенно, да, образом, по-моему? Угу. Так, оп, перекрыл. Оно точно обыкновенным образом делается? Тык-тык-тык-тык-тык. Я предлагаю сделать вот этот метеоритный детектор. А у тебя есть красная пыль с собой? Нет. А может дома у нас есть? Дома есть 100%. Ну, телепортнись, посмотри, что там какое. Так, ладно, идем домой. Так. А вот эти детекторы, как их сделать, я вообще не представляю. Ну как бы там есть еще детекторы, через какое время он выпадет, метеорит упадет и. Метеор суммонер, что ли, ты имеешь в виду или что? Не-не-не, ну вот это. А, метеор таймер? Да, да, да. А я не знаю, зачем они вообще нужны, эти метеор таймеры. Ну это, наверное, показывает, через какое время он упадет. Фу, ты хрен его разберешь. Так, я сейчас попробую сейчас сделать кирку вот эту из метеора и посмотреть, что она будет. А что она не делается? Может надо подожди, как стоп, может я что-то неправильно делаю просто. Стоп. А, из железа. А подожди, у меня железо. А, у меня железо есть тоже. В принципе, отлично. Не зря я все-таки железо собирал. Так, ну мне показывает, где упадет следующий метеорит, но туда бежать пока? Нужно. Да. Ага, отлично. Ну. Бум-бум-бум-бум. Смотри, что тут еще есть. Ща, подожди. Я бакпак. Это даже по складу всякие вещи ненужные. Замок огромный. О-о-о, я теперь знаю, где мы проведем следующие серии. Следующие 10 серий. А какие 10 серий? Я думаю, там все быстро будет. Так он что это меня приплющило тут. Так, Ай-яй-яй, бакпак, стой. Так, ну я так думаю, что сначала пойдем в эту башню, или что это такое? Ща, я посмотрю, как эта кирка бьет. Она еще хуже, чем алмазная, вол. Серьезно. Вообще ни о чем.
Так, ладно, что там? Давай идем в эту маленькую башню. А, да, я тоже вижу, там уже здоровый такой замок. Маленькая? Какая она маленькая? Вот, вот эта вот маленькая, вот. Ну, а тут же есть подземная вот эта хрень. Не-не-не, не спускайся, не спускайся, потом спустимся. В следующей серии. Ну, в принципе, да, думаю. Сейчас вверх давай спустимся. Там, там нифига нету. Ты уже все проверил? Ага. Шустрый какой. А чё, а кто здесь? Пират или кто? Не знаю, монстры всякие. Ну, там, походу, в конце есть какой-то босс, как я знаю. Главное, чтобы эти все боссы не телепортировались, блин, куда-то не исчезали. Ну да. Читеры, блин, поганые. Так, ну все, ладно, друзья, в принципе, мы на этом серию заканчиваем. Да. Да. Если вы тут впервые, то подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии, ставьте большие пальцы вверх. Заходите к нам на каналы, смотрите другие разные видео у нас, комментируйте, обязательно комментируйте. Важен каждый ваш комментарий. Все. Всем пока. До новых встреч.